Спокойствие, только спокойствие. Терять бдительность и впадать в панику – не выход даже в сезон гриппа и ОРВИ. Медики рекомендуют при первых признаках недомогания обращаться к ним. Самолечение нередко оборачивается потерей времени и осложнениями. Самое, конечно, частое осложнение и опасное – это пневмония. То есть в течение 24 часов может понадобиться прям буквально с обычного состояния больного, может уже понадобиться механическая вентиляция легких. Жаропонижающие, которые начинают интенсивно пить заболевшие, могут заглушить симптомы. При этом причина болезни никуда не денется. Нужны противовирусные лекарства, которые доктор должен назначить в течение 48 часов с момента начала заболевания. Выбирать их самостоятельно и принимать без рецепта врача опасно. Может наступить какое-то отравление, например, от передозировки, да, или просто-напросто не поможет препарат, потому что это может быть и не вирусная этиология заболевания, а бактериальная. Тогда нам нужны антибиотики. Самый надежный способ профилактики гриппа и ОРВИ – прививки. Их нужно делать заранее. А чтобы болезни обошли стороной, медики советуют чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, реже находиться в людных местах и держаться подальше от тех, кто уже заболел. Не стоит забывать и о правильном питании. Витамины – лучшие друзья человека в опасный период. Фрукты и овощи повышают иммунитет, а цитрусы даже обладают антисептическим свойством. Главное – употреблять их свежими. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.